Молодежь округа продолжит обмен опытом, но уже в Болгарии. В конце августа в южном городе Китен пройдет 7-й международный форум-фестиваль «Мы за мир во всем мире». Он объединит более 130 человек из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники форума – представители актива молодежных общественных организаций, неформальных сообществ, молодые люди, занимающие активную социальную позицию. Ненецкий округ представит свою делегацию впервые. Сразу же скажем, что от нашего региона принимают участие 3 человека активной молодежи – это и студенты, представители студенчества, и представители предпринимательства, так скажем. А вообще работа форума, она будет организована по 3 основным направлениям. Это личностные компетенции, проектные техники, управление сообществами. И основная факультативная часть – это, конечно же, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. По словам организаторов большой встречи Департамента молодежной политики и туризма Ямала, форум на протяжении 6 лет остается площадкой для развития международного молодежного сотрудничества. У участников есть возможность продвижения новейших российских социальных технологий в субъектах Российской Федерации и содружественных стран.